Вот такие полезные гаджеты вы увидите в этом видео, а те, кто досмотрит видео до конца, смогут принять участие в конкурсе «Поехали!». Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео я вам покажу 20 интересных и полезных автотоваров с сайта AliExpress. Ссылки на товары будут в описании. Тех, кто досмотрит видео до конца, будет ожидать конкурс. Также жмите, пожалуйста, на этот колокольчик. Так вы будете получать свежие выпуски, самые первые. Приятного просмотра! Автогамак. Очень удобные приспособления для перевозки собак в автомобиле или других животных. Он представляет собой плотный износостойкий чехол, который можно закреплять как в багажнике, так и на заднем и переднем сиденьях автомобиля. Автогамак изготовлен из непромокаемой ткани, которой не прилипает шерсть. Такой материал легко моется и быстро высыхает. Автогамак удобно крепить за подголовником и таким образом не мешает ни пассажиру, ни водителю. Система контроля давления в шинах. Предназначена для измерения и отображения данных о температуре и давлении в шинах автомобиля, а также для информирования водителя о превышении номинальных значений этих показателей. Благодаря своевременному предупреждению водитель имеет возможность быстро отреагировать и предотвратить возникновение аварийной ситуации. Также позволяет заблаговременно обнаружить снижение давления в шинах, благодаря чему есть возможность предотвратить движение на спущенной шине и ее окончательный выход из строя. Работает по Bluetooth. Если вы много времени проводите за рулем и любите делать это с комфортом, тогда такой аксессуар, как мягкая кожаная подушка на подлокотник, вам должна понравиться. Чехол создает уют и комфорт, расслабляет руку с локтевой части и мышцы плеча. Благодаря мягкости и набивке подушка улучшает эргономику салона, защищает подлокотники от потертостей и царапин, не мешает креплению ремней, обеспечивает свободный доступ к рычагу тормоза. Автокоммуникатор представляет собой крепящийся к заднему стеклу экран и пульт ДУ, находящийся у водителя. Он для того, чтобы было проще выражать свои эмоции на дороге. Прикрепив такой девайс на заднее стекло автомобиля, вы сможете в один клик сообщить другим участникам движения свое настроение или, допустим, поблагодарить, если, например, вам уступили дорогу. Все легко управляется с дистанционного пульта, который крепится на лобовом стекле. Накидки на сиденье в авто обладают приятным красивым дизайном, который гармонично смотрится с любым автомобильным интерьером. В качестве материалов используется эко-кожа и объемная сетчатая ткань. Ткань способствует улучшению вентиляции кресел и позволяет делать комфортным даже дальние поездки. Накидка на автомобильное кресло защитит его, если вы случайно прольете кофе или уроните сигарету. В том месте, где она установлена, родная обивка не пострадает. Диагностический сканер предназначен для диагностики при помощи персонального компьютера или смартфона. Поддерживает все известные протоколы OBD2 и совместим с множеством диагностических программ. Вы сами сможете провести диагностику вашего автомобиля. Учитывая стоимость услуг по компьютерной диагностике на СТО, данный прибор окупается за несколько раз. С помощью этого сканера вы сами узнаете причину неполадки и сможете удалить эту ошибку. Также он вам покажет множество интересной информации с вашего автомобиля прямо на телефон или ноутбук. Толщиномер – самый лучший из бюджетных. Незаменимое устройство для кузовного ремонта или покупки подержанного автомобиля. Позволяет определить элементы кузова, которые подвергались перекраске, и оценить качество проделанных работ. Заводская окраска всегда равномерная и слой достаточно тонкий. При перепокраске в любом автомобильном сервисе слой будет значительно толще, а в случае серьезных повреждений и рихтовки к покрытию добавится еще и толщина шпаклевки. Многофункциональные крючки на подголовнике для подвешивания сумок и других предметов в салоне автомобиля. Крепится за подголовник, занимает мало места в салоне и гармонично смотрится. Оптимизируйте салон вашего автомобиля, дополнив его этими полезными деталями, и ваш автомобиль всегда будет прибран. Насос для откачки моторного масла прямо через трубку щупа. Действует в результате изменения рабочих объемов, заключенными между соседними пластинами и участками поверхностей ротора и корпуса насоса. Предназначен для нагнетания чистых, не очень вязких минеральных масел и применяется в системах гидропровода и других устройствах. Конструкция насоса весьма надежная, ведь при наличии густого масла двигатель все равно будет вращаться, поэтому риск спалить его невелик. Набор из 4 полиэстеровых чехла для хранения комплекта шин. Имеет усилитель по всей длине. Размер чехла регулируется при помощи фиксаторов шнурков и липучки застежки и усилен стропой, что позволяет равномерно распределить нагрузку. Ручка выполнена из стропы, переходящая в усилитель по всей длине чехла.
Они изготовлены из прочных, легко моющихся материалов, легко одеваются и снимаются. Такие чехлы отлично подойдут для хранения и транспортировки, для тех людей, кто ценит надежность в каждой детали. Солнцезащитный антибликовый козырек. С помощью такого гаджета облегчается вождение автомобиля как в дневное, так и в ночное время суток. Особенно он станет незаменимым помощником водителям, которые управляют автомобилем в очках или контактных линзах. Козырек блокирует встречный свет фар автомобиля до 72%, а ультрафиолетовые излучения свет солнца до 80%, при этом не доставляя водителю визуального дискомфорта и иных помех для обзора во время движения. С использованием антибликового козырька пропадает усталость, слезоточивость, напряжение и сухость глаз. Многофункциональный цифровой манометр 9 в одном. Лучший помощник для тех, кому не безразлично состояние шин вашего автомобиля. Включает в себя цифровой датчик шин, светодиодный фонарик, красный свет СИД, стеклянной выключатель, резак ремней безопасности, ножницы, плоскогубцы, крестовую и фигурную отвертку. ЖК-дисплей с подсветкой для легкого чтения. С помощью этого гаджета вы в любой момент без труда узнаете давление в шинах, чтобы вовремя подкачать их и тем самым уберечь от преждевременного износа. А еще манометр выручит вас во множестве других ситуаций. Прикольные чехлы с 3D-рисунком на подголовник сиденья автомобиля. Яркий и притягательный чехол в виде прикольных и смешных собак станет для вашего авто украшением. Выделиться из потока машин и поднять себе настроение и окружающим – вот главная цель этого чехла. Подходит на все подголовники, снабжен стягивающейся связкой в нижней части, убережет оригинальный подголовник от пыли. Подушка-массажер. Прекрасно подойдет людям, которые проводят большую часть времени за рулем автомобиля или компьютером. Массаж – отличное средство профилактики множества заболеваний позвоночника, который позволяет избавиться от накопившейся усталости. Подушка поможет снять напряжение, делая долгое путешествие не только приятным, но и полезным. Эффективный массаж, который осуществляется подушкой, улучшает кровообращение, наполняя клетки кислородом. Работает такой гаджет от прикуривателя. Быстросъемные клеммы для аккумулятора. Основные преимущества – это надежный контакт, защита от замыкания при попадании металлических предметов между клеммами АКБ за счет пластиковой крышки. Простейший съем с АКБ – одним щелчком без применения ключей. Никакие дополнительные инструменты не нужны, что необходимо в случае подключения и отключения обычных клемм. Если они установлены с самого начала, транспортные риски исключены, а аккумуляторы остаются заряженными. Органайзер для багажника предназначен для удобства перевозки и хранения вещей. Он имеет незаметную, но крепкую конструкцию. Сетка крепится на липучке в любое место багажника, держится крепко. Подходит для багажников обшитой тканью, а еще длину сетки можно регулировать. Благодаря такой сетке вы сможете положить все необходимые вещи на место и наслаждаться чистым багажником, где все под рукой. Куда убрать фантики, использованные салфетки и прочий мусор, который появляется в машине? Первое, что приходит на ум – в карманы боковых дверей и задних сидений. Простое решение, которое не решит проблему. Мусор накопится, а выгребать грязь из глубины карманов мы чаще всего забываем. Специальный автомобильный контейнер для мусора – вот что сделает салон по-настоящему чистым. Эта вещь принадлежит к числу тех аксессуаров, которые поначалу кажутся необязательными, но потом без них трудно представить свою повседневную жизнь. Рамка для автомобильного номера со встроенной камерой позволит вам уверенно чувствовать себя за рулем во время движения задним ходом, а также значительно упростит парковку. Многие водители каждый день сталкиваются с ситуациями, которые осложняют парковку. Например, грязные стекла автомобиля или плохое освещение. Камера встроенная в рамку номерного знака, что позволяет установить ее практически на любой модели автомобиля. Также вы сможете легко переустановить камеру на другой автомобиль, если возникнет такая необходимость. Надувной домкрат накачивается от выхлопной трубы. Незаменимое устройство в экстремальных путешествиях по бездорожью. За считанные секунды он подымет ваш автомобиль со льда, снега, грязи и песка. Там, где использование обычного домкрата невозможно или затруднено. Грузоподъемность 3 тонны для легковых авто, внедорожников, микроавтобусов, малого грузового транспорта. Материал лодочный, морозостойкий, с брезентовой защитой верхней поверхности и антискользящими шипами на днище. Клапан лодочный, с переходником под ножной ручной насос или компрессор. Универсальный пульт для ворот и шлагбаума.
Устройство применяется с целью управления автоматикой ворот, шлагбаумов, жалюзи и прочих защитных объектов. Четырехканальный, имеет динамический код и работает на частоте 433 МГц, способен скопировать коды от большинства пультов. Пульт для шлагбаума практичен тем, что его можно запрограммировать на управление четырьмя объектами четырех разных производителей. Благодаря этому пользователю не нужно носить с собой несколько брелков. После приобретения на пульт легко скопировать код существующих брелков. Достаточно соблюдать требования инструкции производителя. А вот и конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, каким топливом вы заправляетесь. А у кого нет машины, напишите, какую вы хотите. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!